36-й раз в Солигорске состоялся легкоатлетический забег и велопробег. Спортивные мероприятия были посвящены памяти жертв Чернобыльской трагедии. Традиционно для мужчин, женщин, юношей и девушек дистанция забега составила 6 километров. Для мальчиков и девочек до 14 лет – 1 километр. Все участники велопробега должны были также преодолеть дистанцию в 6 километров. Участие в мероприятии приняли порядка 40 человек, в их числе и сами ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. В этом велозабеге я участвовал впервые. Я, как участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, думаю, нужно поучаствовать. Вот. А так, регулярно езжу на велосипеде. Как обычно, волнение, конечно. Я думаю, что каждый спортсмен, любитель, кто бы то ни было, перед какое-то соревнование, какое-то волнение испытывает.